Да будет свет. Grandmama always told me that you need to bend the knee in Jesus' name, she said. There's power in the name of Jesus. Promise he will always be the only one we'll ever need, the source of our security. Heal a broken heart. The only thing he asks of us is walk by faith and seek his love. No matter what or when a problem comes, remember who I am. When I think of home, I think of a place where I'll be safe. Somewhere where I can never feel alone. Somewhere that I can run to and escape and exercise my faith. My grandmama always told me that you need to bend the knee in Jesus' name, she said. There's power in the name of Если посмотреть на две эти теории, креационизм и дарвинизм в первый раз, то можно сказать, нужно очень сильно веровать, чтобы принять тот факт, что бестелесные частицы, происхождение которых необъяснимо, превращаются в живых существ и каким-то образом создают Майли Сайруса. В то же время, главным правилом христианства... Стоп. Думаю, хватит. Думаю, мне будет дано время, чтобы закончить свою мысль. Доктор Хоркинс, правила дебатов уже обсуждались вами и доктором Фарнье. Да, думаю, обсуждалась и тема дебат. И это вовсе не... Цитата. Главное правило христианства. Конец цитаты. А цитата вот что. Существование Бога, двоеточие... Безобидная вера, запятая, благословение, запятая, или проклятие, знак вопроса, конец цитаты. Вы здесь говорите не о христианстве. Вы здесь, мой дорогой доктор Фарнье, говорите о Господе, величайшем Создателе на небесах, Отце, Всевышнем, Творце. Ну же, отдайте все ради Господа нашего! Хочешь проповедовать эту сказку? Христианство. Я готов весь вечер с тобой обсуждать. Я пришел сюда не только ради нашей беседы, а чтобы продавать мои книги. Откажемся от Господа. Не будем уходить от темы. Что скажете, док? Вы говорите о Создателе, а я буду рекламировать секс, наркотики и рок-н-ролл. Мне это не нравится, доктор Хоркинс. Я так и думал. Ведь только как христианин я могу говорить с Богом. Это только ваши правила, сэр. Не мои. Я могу говорить об атеизме с разных сторон. Как придворный шут, как философ, как кукловод, как поэт, как пешка или король, как говорил великий религиозный лидер, оплакиваемый всеми Фрэнк Синатра. Ответьте на вопрос. Ваш Бог отличается от Бога последователей ИГИЛа? Потому что они так не думают. Но они так же искренне верят, как и вы. И я думаю, вы все курите одно и то же. Только вы курите косяк, а не кальян. Посмотрите на ИГИЛ. Не во имя атеизма, а во имя Аллаха. И подумайте, нужно оно вот это все нам? Христианство дает прощение, а совсем не осуждение. Правда? Конечно. От Иоанна, глава 3. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог дарит любовь и сострадание. Таким я знаю Его. Такого Бога я люблю. Такому Богу я служу. Ладно, забудем о теории и перейдем на личности. У меня был сын. Чудесный, прекрасный сын, которого я любил так же, как ваш Бог любил своего единородного сына. Но у моего единородного сына нашли рак, который пожирал его беспомощное маленькое тело и в конце концов убил его.
до его 9-го дня рождения. И если бы я был верующим, я бы встал на колени и молил бы увидеть сына своего еще хоть разочек. Но это значит, мне пришлось бы молиться Богу, который убил его. Но я не хочу мстить. Смерть моего сына была просто несчастьем. Или, может, все дело в генах. Просто, ну, не повезло, и все тут. И с помощью относительно эффективных веществ и небольшой стопки водки я могу пережить еще один день и не вынести себе мозги. Я принимаю, что это просто случайность. Но не смейте говорить мне о Боге, полном любви и сострадания. Потому что если он решил принести в жертву сына, это его личное дело, но он не должен был трогать моего! Тихо. Я хочу сказать еще кое-что. Никто никогда не совершал геноцид во имя секса, наркотиков и рок-н-ролла. Люди просто веселятся. Если вы не понимаете, что так людям лучше, чем с вашими мифами, которые не дали ничего, кроме тысячи лет страданий, тогда ладно, простите, но пусть Бог помилует вашу душу. Хотите узнать мое религиозное кредо? Веселись, Вейн! Перед смертью веселись, Вейн! Вместо войны давай! Веселись! Вместо осуждения веселись! Вместо дня суда! И у меня будет день свежего снега! Веселись! 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 Ладно, ладно, послушайте еще кое-что. Не ищите смысла жизни, потому что его нет. Нет цели, нет предназначения и причины, чтобы быть хорошим, не нужен Бог. Вы без него знаете, что отрезать кому-то голову плохо. Или сжечь человека заживо, или продать его детей в рабство, особенно не во имя какого-то Бога. Все, что вам нужно, все, что вам нужно, все, что вам нужно! Вам нужна лишь человечность! Ни полотенца, ни тряпка, ни швабра. Это ваш помощник три в одном. И он двухсторонний. Это невероятный продукт, еще более невероятный, чем вы думаете. Но знаете что? Это правда. Он впитывает в 200 раз больше своего веса, даже жир. И сможет удержать два кирпича, даже когда мокрый. Если вам предстоит очень много уборки, вам стоит приобрести наш товар. Неважно, нужно вам протереть стол, пролитый суп, или нужно убрать за собакой. Результат удивит вас с помощником. Настоящая мечта. При заказе одной коробки в течение 25 минут, вторая в подарок. Нужно лишь оплатить доставку. Sometimes I find myself not paying attention to someone's pain. Like I broke up with yesterday, tomorrow's all I have. I must be chasing something in the city of lights, moving so damn fast. And it's a crazy thing when I go away, come back to the simple life. Really got me thinking how I love and treat life. Ух ты, ты даже позвонил, какая честь. Привет, Кэти, мальчики готовы? Мальчики! Я не могу быть с ними весь день. Сегодня выпуск книги празднуем. Еще одна безбожная вечеринка, как мило. Слышала о вчерашних дебатах. Ты вызвал много споров. Пустяк, зато на алименты хватает. Так... Да ладно, неважно. Нет-нет, раз уж начала, давай, говори. Мне не нужно твое разрешение, Сол. Ты правда этого хочешь? Давай я просто заберу мальчиков и пойду. Знаешь, я хочу поговорить о поддержке, которую ты даешь детям.
Так вот в чем дело. Хочешь, чтобы суд увеличил алименты? Ну, знаешь что? Адвокат знает, где меня найти. Я не о финансовой поддержке, Сол. О, какая радость. Спасибо небесам за это. Как думаешь, каково мальчикам знать, что их отец говорит, что жизнь их брата не имела смысла? Что нет надежды, что он на небесах? Я не верю в эти сказки. Но верят они. Не моя вина. Не я промыла мозги. Сол! Как ты мог взять что-то настолько личное, как смерть их брата, и использовать в свою пользу? Вообще-то, благодаря этой пользе я плачу по счетам. А кто заплатит за чувства? Что? Ты что думаешь, что я вообще никогда не думал о нашем сыне? Я думаю, что каждый раз ты так накуриваешься, что места мыслям просто не остается. Этот разговор бессмысленный и причиняет боль. Наконец, ты сказал что-то честно. Так почему бы все не закончить? Ты закончил. Помнишь? Потому что я устал. Жить с тобой и молиться о спасении моей души. Устал слышать твои молитвы. Богу, который, если ты правда в него веришь, убил нашего сына. А если не убил, то точно не ответил на твои просьбы его спасти. Где были его любовь, его сострадание и доброта, когда ты столько молилась, чтобы спасти 8-летнего парня, который не принес мир ничего, кроме радости тем, кто его знает? Знаешь, что самое грустное в этом, Сол? Ты, похоже, совсем забыл об этой радости, и кроме злости в тебе ничего не осталось. Ну, как я сказал, зато деньги есть. Привет. Привет. Привет, пацаны. Это мне? Нет. Забыла. Коннор идет на день рождения сегодня. Окей. Хорошо. Похоже, мы не пойдем в парк развлечений сегодня, да? Прости, пап, сегодня день рождения Кайла. Да не, ничего, все хорошо, я понимаю. Просто хотелось бы знать заранее. Ну, а ты? Хочешь на американские горки? На самом деле, пап, сегодня я хочу побыть дома. Правда? А зачем же я тогда сюда к вам приехал, если не пойти в парк? Знаете что, решайте все вдвоем. Сол, рада была повидаться. Коннор, идем. Пока, пап. Пока, приятель. Веселись. Ну что, мне тоже уйти? Поиграем в баскетбол. Это я могу. Ну, как дела? Хорошо. Школа? В порядке. Девочки? Папа. Просто спросил. Хочу поговорить кое о чем. О девочках? Папа. О чем хочешь поговорить? Подпиши это. Что, хочешь поехать на Гаити? Это от нашей церкви. Мы собираем деньги на водопровод. Водопровод? Благотворительность? Да, и мы сделаем. Дыру в земле. Ты едешь на Гаити рыть яму в земле. Слушай, если хочешь посмеяться... Да я не смеюсь, просто хочу знать, зачем. Разве местные не могут рыть яму? Вы должны поехать сами и показать, как это делается. Я больше чем уверен в том, что они умеют сами. Пап, я делаю доброе дело. Ты не веришь в хорошие поступки? Конечно, верю. Но я не верю в профессиональных добродетелей. Пап, я не прошу верить в церковь, прошу поверить в меня. Справедливо. Да, знаешь, ты очень хороший молодой человек. И знаешь что? Я тобой горжусь. Спасибо. Это много для меня значит. Ну а теперь пошли. Давай мяч. Во что хочешь сыграть? Неважно, я все равно выиграю, старик. Старик, знаешь, лучше так не говори. Может, я и старый, но вот что скажу. Бросать я еще могу. Круто. Ладно, я начну. Начнешь? Эй, что это значит? Это было начало. Я говорю, это не птичка, это орел. Рад тебя видеть. Да, он мне не нравится. Ага, тебя-то я искал. Шампанское? Люблю все, что убивает боль. Держи, милая. Стоп. Может, я хочу двойную порцию? Спасибо. Серьезно, Сол? А что? Это вечеринка. Кроме того,
Это моя вечеринка. Пью, если хочу. Пью, если хочу. И ты бы тоже пила, если бы была вечеринка. Была твоя. Да ладно, весело же. Я не знаю эту песню. Ну прости, что не знаю русских хитов. А вот и он! Дорогой, дорогой! Ты чудесно выглядишь! Спасибо! Слышал, ты отлично выступил на дебатах? Да, эти дебаты сделают тебя звездой. Они лучше, чем я могла представить. Ого, значит, выпью за дебаты. Это были не просто дебаты, это была сенсация. Ты просто разорвал ее, вот что ты сделал. Было не очень сложно. Но надо сказать, я смог. Дорогой, ты не просто смог, а смог! Ты настолько крут, что за такое посадить можно. Стой, стой, красавица, иди сюда. Что это? Называется гедонист Хоркинса. Специально по случаю. Не могу отказаться. Это все равно, что предать свое дитя. Спасибо. А это кто? А? А это... Я Ванесса Вичевская. Верно. Я Солом. Да-да-да, конечно, конечно. А я Норман, агент Соло. А это Трейси, публицист. Повторюсь, я с Солом. Но только на вечеринку. У меня съемка для журнала на Багамах. Мне нужно в аэропорт. Захватывающе. Но знаешь что? Тебе стоит выехать пораньше, ведь в аэропортах такая суматоха. Сол? Да? Пойду пообедаю. Ты хотела сказать «пообщаюсь». Да, конечно, пообщаюсь. Я не понимаю. Не знаю, что она сказала, но она так меня любит. Я бы поздравила с новыми отношениями, но знаю, ты девушек как перчатки меняешь. Не смешно. Слушай, думаю, я могу устроить интервью с Дайан Сойер завтра. Твоя фраза про ИГИЛ и церковь стала просто хитом. Погоди, погоди. У меня идея, слушайте. Давайте сделаем футболку «ИГИЛ равно церковь». Продадим миллион. Запомни эту идею. Бармен, можно еще один? Гедон Хоркинс. Вернемся к Дайан Сойер. Да ладно. Дай мне передохнуть, хорошо? Вот что скажу. Вечеринка удалась на славу. Молодец, дорогая. Спасибо. Книга отлично продается. Замечательно. Раз так, то я просто выпью за себя. Дайте пройти, дайте дорогу. Посмотрите в камеру. Ванесса, смотрите сюда. Вы будете выступать на этой неделе? Вы будете выступать на этой неделе. Спасибо, Шейн. Так устал, хочу поскорее уйти отсюда. Спасибо, спасибо тебе. Да, сэр. Эй, стой, 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 стой. Куда ты собралась? Думал, я тебя отвезу. Сол, милый, ты очень красивый и очень умный. И очень пьяный. Я же говорила, съемки на Багамах. Да ладно, забудь ты о съемках. Забудь и поезжай со мной. Обещаю, мы отлично проведем время. Да, конечно, но сначала я на съемке. Для меня это важно. Ты хотела сказать важно. Да, именно. А потом я вернусь и пообщаемся. Да, конечно, конечно. Значит, даже не поцелуешь. Сол, милый, тут папарацци. Не хочу размазать помаду. Это бизнес. Да, ничего личного. Видишь, какой ты умный. Очень меня любит. Дорогой, мне один. Хоркин, гедонист, или как его там. Звонок Солу Хоркинсу. Входящий от Нормана Манчестера. Привет, Норм. Уже соскучился. Сол, дорогой. Послушай, эта девчушка, боже мой. Конечно, супермодель, отличный способ стать популярнее. Кстати, об этом. Мне бы тоже такое пригодилось бы. Не знаешь, у нее есть сестра там или кто? Кузина?
Боюсь, что нет. Она одна в своем роде, более или менее. Но у меня есть одна модель, которая делает, что захочу. Это о чем это ты? О своей машине. Эта штука такие маневры делает, будто гоночная. Дорогой, ты будь там осторожен. Я ведь и не шучу по поводу девчушки-то. Ну, знаешь... Может, у нее очень красивая бабушка. Знаешь, хорошие ДНК. Ты ведь слышал о таком, да? Я не в отчаянии, но и не совсем не в отчаянии. А вот ты обманываешь. Мы оба знаем, что это так. Послушай, дорогой, сделай одолжение, позвони, как приедешь. Да-да-да. Хочешь, чтобы я позвонил? Вот насколько ты в отчаянии. Хочешь? С днем рождения, сынок! С днем рождения! Я тебя крепко-крепко обниму. Я очень горжусь тобой. Молодец, приятель, молодец! Дэви? Дэви, сынок, это ты! Папочка! Дэви! Мой мальчик, я люблю тебя. Твое время еще не пришло. Возвращайся. Я не понимаю. Ты должен вернуться. Но я не хочу. Я хочу с тобой остаться. Папочка, да будет свет. Что? Да будет свет, папочка. Стой. Не-не-не-не-не. Я не хочу уходить. Я хочу остаться. Все хорошо, папа. Нет, я не хочу. Хочу остаться с тобой. Да будет свет. Я хочу остаться, Дэви. Дэви. Дэйв. Не хочу возвращаться, Дэви. Норм, Сол Хоркинс умер? А я в черном? Значит, не умер. Ходят слухи, что умер. У него интервью с Дайан Сойер. Как он мог умереть? Он был пьян? Я никогда не видел, чтобы он выпил больше бокала вина за ужином. Он сильно пострадал? Кроме сотрясения, у вас обнаружен тромб. Если он попадет в мозг, может случиться инсульт. Это плохая новость. А хорошая новость в том, что велик шанс, если будете осторожны. К тому же вам уже вводят много антикоагулянтов. С должным присмотром вы можете полностью выздороветь. Спасибо, доктор. Слушайте, я сделаю все, что нужно. Нужно следовать советам врача. Отдыхайте. Никакого алкоголя. Нет, нет, что вы, как можно. Вы должны остаться еще на одну ночь. На всякий случай. Спасибо, но нет. Я хочу уйти отсюда. Пожалуйста. Знаете, это чудо. У вас была клиническая смерть, 4 минуты. Видимо, ваше время еще не пришло. Конечно, не пришло. У него еще тур впереди. Я скажу, когда придет его время. Грубиян. Он знает, что я шучу. Знаешь, что я шучу, да, дорогой? Конечно. Он бы мог устроить мои похороны. Соломон, я никогда бы их не устроил. Сделал бы вход платным. Серьезно, Сол. Как себя чувствуешь? Я видел сына. Коннора или Гаса? Они здесь? Я видел Дэви. Видел сына. Прости, погоди-ка. Повтори-ка это еще разок.
Я не шучу, Норм. Я видел Дэви. Вокруг меня был свет. Ладно, погоди. Замолчи. Это очень интересно, но сделай одолжение. Забудь об этом. Понимаешь, о чем я? Пойми, если останешься с собой, можешь получить кучу денег. Ты же восстал из мертвых. Как ну его там это... Как его зовут? Лазарь. Нет, я имел в виду Арсению Холлы. Слушай, ты ударился головой. У тебя эти глюки. Вот и все. К тому же, что тебе... Врачи сказали. Не сказали, что у тебя было много алкоголя в крови. Ты был пьян? Кэти, как ты узнала, что я здесь? Похоже, я еще в списке звонков. Привет, милая. Привет, дорогая. Рада, что он в порядке. Говорят, Бог смотрит за пьяными и дураками. Ну, насчет дураков не знаю, но я тебе вот что скажу. Он не был пьян. Он выпил всего один коктейль на вечеринке. Один, как и все остальные. Кроме того, отчета полиции не было. Дорога была скользкая, он потерял управление. Мы даже думаем подать за это в суд. Да, мы даже уже подали заявление. И мы будем придерживаться этой версии. Я говорю не о последствиях, а о маломальском чувстве ответственности за свою жизнь. Это так глупо, Сол. Кэти, я не знаю, может ли давление повлиять на Тромп и убить меня, но не могла бы ты немножко отложить ругань, пока обезболивающие не подействуют? Тогда можешь говорить, что хочешь. Кэти, Соломон, не надо ругаться. Давайте подумаем о хорошем, о деньгах. Я поговорил со всеми СМИ и передачами. У тебя может быть свое ток-шоу. Ты будешь лучше Билла Мара. Ты знаешь почему? Потому что я выше него. Да нет. Кто угодно выше него. Ты единственный, кто был на той стороне. И можешь сказать, я был прав. Там ничего нет, есть только здесь. Кстати, об этом. Я больше тут быть не хочу. Пойду выпишу тебя. Послушай, там совсем малюсенькая, крохотная группа репортеров. Что ты скажешь, когда они спросят, видел ли ты что-то на той стороне? Погоди, на какой еще той стороне? Это выражение такое милое. Трейси Норм, я в порядке, ясно? Не могла бы ты подержать? Серьезно, Сол? Серьезно? Я больше не буду носить твои вещи. Знаешь что, Сол, рада, что ты в порядке. Спасибо Богу за это, нравится тебе это или нет. Я буду за тебя молиться. Но, Сол, тебе нужна помощь. Не только ради тебя, а ради мальчиков. Ты нужен им, они любят тебя. И им больше не нужны никакие трагедии. И вечеринки ничего не решат. Они виной этому. Когда Кэти закончит лекцию, сможем обсудить пресс-конференцию. Думаю, репортеры за углом, у лифтов. Может, Кэти лучше уйти? А может, лучше говорить о том, что с Солом все хорошо? Знаете что? Шоу продолжается, да? Эй, Сол, знаешь, что хорошего в том, что я больше не часть этой круговерти? То, что я больше не должна терпеть, когда говорят обо мне прямо у меня под носом. Кейти, милая, ты же знаешь, мы не специально. Я подожду здесь, пока вы не закончите. Отличная идея, Кэти! Ладно, пошли, шоу продолжается. Увидимся, Кэти. Улыбнись, Сол, улыбнись. Назад, 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 всем назад! У вас была клиническая смерть, вы были на том свете. Теперь вы верите в Бога. В Бога. Вы видели тоннель с белым светом? Ваши взгляды изменились? Вы видели бездну? Вы погибли в аварии? Вы почти умерли, верно? Но я ничего не знаю насчет смерти. Мистер Хоркинс. Всем привет. Спасибо за чудесные вопросы. Доктор Хоркинс перенес сотрясение. Он ответит на все ваши вопросы на следующей конференции. Спасибо, пропустите. Так, всем внимание. Внимание, внимание. Следующее выступление Сола будет уже через неделю. Но вы можете узнать новости на нашем сайте. Все услышали? Хорошо. Простите. Я вас не выгоняю, но вас здесь быть не должно. Давайте сваливать.
Милая, я дома. Дебильная игра. Всему все погибли сразу, выживших нет. А вот хорошая новость. Русская красотка Ванесса Бичевская после ужасной аварии с ее бывшим любовником Солом Хоркинсом, похоже, нашла новую любовь в виде фотографа Брэда Стила. Они познакомились на съемке на Багамах. Да, очень меня любят. Да иду, иду я. Тук-тук. Кто там? Швейцар. Какой швейцар? Именно. Привет, Трейси. Сол, швейцар пустил меня, надеюсь, ты не против. У меня есть швейцар? Я все расскажу Закари. Нужно с ним поболтать. Заходи. Я тебе булочек принесла, подумала, ты не очень-то счастлив. Почему решила, что я без Ванессы буду? Ну, во-первых, я видела по ТВ, что Ванесса... Да ладно, ладно. Брэд Стил. Ага. Ух, ага. Как он горяч. Ух, он горяч, на 20 лет моложе. О, погоди, что-то на моем теле должна быть открытая рана. Хочешь ее солью посыпать? Ты такой шутник. Так вот, твой издатель звонила. Она хочет узнать, о чем ты будешь говорить на следующей презентации. Я сказала, что хочу сначала обсудить это с тобой. Хорошо, а как насчет нет? Мы обе знали, что ты так отреагируешь. Знаешь, что вы обе правы. А теперь, прости, мне нужно подзарядиться водкой. А ты выпить не хочешь? День только начался, разве нет? Только не в Лондоне. Но мы не в Лондоне. В таком случае я запутался. Слушай, мы арендовали зал, где были дебаты. Или лучше сказать, твоя победа. Мы хотим повторить твой прошлый успех. Да? И мы подумали, может, будет хорошая идея использовать телесуфлёр. Знаешь, на всякий случай. Угу. Серьезно, Сол? У меня строго питьевая диета. Понимаешь? Сол, это твои пробы на ток-шоу, а не очередная речь. Ты уверен, что готов на все 100%? Абсолютно. Даже на 150. Это большая честь для меня представить вам человека, который помог развеять суеверия и думать рационально, человека великого ума, великого гуманиста, замечательного писателя и одного из моих близких друзей, доктора Сола Хоркинса. Благодарю. Спасибо. Благодарю. Ну, во-первых, процитирую великого юмориста и атеиста Марка Твена. Слухи о моей смерти были очень преувеличены. По словам моего врача, я был клинически мертв 4 минуты. И за это время
Уверяю вас, я не слышал церковных колоколов. Да и ничего особенного, я... Я не видел призраков и... Блестящих врат тоже не было. Не было голосов, ну и всего такого. В общем, ничего я не видел. Не видел. Не видел умерших. Все было не так. То есть я не увидел никаких врат и ничего такого. Это не было похоже на сказку или вроде того. Кейти! Я видел нашего сына. Что? Я видел нашего сына. Видел моего мальчика. Видел Дэви. И это было. Это было прекрасно. О, боже. Звоните 911. Сол. Боже мой, я рядом. Сол, я рядом, я здесь. Кто-нибудь вызовите скорую. Сол, все будет хорошо. Доброе утро. Я доктор Патель, глава неврологии. И ваша фанатка. Я прочла половину вашей книги, она чудесна. Благодарю. Хорошая новость. Судя по результатам МРТ и сканов, тромб не сдвинулся. Остался на месте. Он не разорвался и не сдвинулся, и ни на что не давит, а значит, это не он вызвал ваш приступ. А что тогда? Ну, вы пережили... Очень серьезную травму. Совсем не странно, что вы переживаете, не можете спать, у вас депрессия и мигрень. Много симптомов, включая панические атаки. Очевидно, вчерашняя лекция была для вас большим стрессом, поэтому я рекомендую не попадать в подобные ситуации в будущем. Ну так, у вас есть какие-то вопросы? Да нет? Да. Да, есть, Сол. Вот твой шанс, просто спроси. Прошу. Иногда, когда люди переживают клиническую смерть, они говорят, что видели тоннели со светом или небесный хор. Да, это нормальное явление. Часто, когда человек почти умирает, его мозг работает особо активно. Все нейроны в мозгу загораются одновременно. Из-за этого человеку кажется, что он что-то видит или переживает. На самом деле это не так, но человек в это верит. Правда, однако, в том, что он видит лишь плод разыгравшегося воображения. Ага. У вас было что-то подобное, доктор Хоркинс? Доктор Хоркинс? Не, да ничего такого. Спасибо, доктор. Конечно. И еще кое-что. Не против селфи со мной? Спасибо, что подвезла. Без проблем. Так, Сол. Теперь ты успокоился? Да посмотри, с кем говоришь. Самый известный атеист в мире. Если мои нейроны загорятся, то, что я увижу, будет просто невероятным представлением. Я кислоту пробовал. Поверь, я уж знаю, как мои галлюцинации выглядят.
Знаешь, он был такой красивый, Кэти. Он выглядел счастливым и умиротворенным. Боже, хотел бы я умереть. А я благодарна Богу, что не умер. Я знаю, что ты его видел, Сол. Я уверена в этом. Слушай, мне нужно забрать Конора, он переночевал у Кайла. Но я вернусь, и мы поговорим. Завтра вечером, ладно? Ты не должна. Не все вертится вокруг тебя, Сол. Я должна. Спасибо, я это ценю. Отдохни. Ужасно выглядишь. Да, конечно. Привет, милая, я дома. Отлично. Приготовишь и для брата? Да. Хорошо, увидимся позже. Как дела у папы? Ну, ему сейчас очень тяжело. Ты много времени с ним проводишь, почему так? Почему ты такое спрашиваешь? Ему страшно, Газ. И ему больно. А что будет, когда ему станет лучше? Он снова тебя бросит? Ладно. Мы не вместе. Как он может меня бросить? Он неудачник, мам. Он использует тебя, Конора и меня. Это неправда. Ты это знаешь. Он вас любит. Почему ты так говоришь? Не хочу, чтобы тебе опять было больно. Мой милый мальчик. Все будет хорошо. Ясно? Да. Не забудьте брату бутерброд сделать. Хорошо. Ладно. Да-да-да, иду. Погоди минутку. Зачем вообще швейцару тут платят? Почему бы просто не повесить плакат? Прямо над дверью. Идите к Солу. У него есть водка. Можно потусить. Тогда можно будет. А, Кэти, да, заходи давай. Ты пьян? О, мимо тебя ничего не пройдет. Нет-нет. На самом деле, там не только водка, но и таблетки. Ну, знаешь, и водка, и обезболивающие тут, может быть. Что это за коробки? Э? А, это все тряпки. Ты телек не смотришь? Ну, знаешь, я не мог спать. Было 3 часа ночи, я просто сидел и залипал в этот телевизор. Тут появился ведущий, а ты знала, что эта тряпка может впитать в 200 раз больше своего веса? Это же научный факт. Я заказал 10 коробок. Ладно. Отдай водку. Ну, хочешь выпить, я тебе налью. Нет, я не хочу пить. И я не буду тут, пока ты пьешь. А ты попробуй. Мои лучшие друзья алкоголики. Ты знаешь, что я думаю о твоих друзьях. Кэти. Милая Кэти. Кэти самая красивая в городе. Узреть и полюбить твою красу. Ни за кого другого ты не выйдешь. Рожден я, чтобы укротить тебя. Это не предложение, просто Шекспир. Укрощение строптивой? Если правильно помню, да. Значит, я строптивая. Я ухожу отсюда. Не-не-не-не-не, Кейт, прошу. Прошу, не надо, ну правда, я правда... Я не хочу, чтобы ты уходил, ладно? Я хочу поговорить. Мне нужно с тобой поговорить. У тебя есть менеджер, ты ему за это платишь. Кэти. Никто, кроме тебя, меня не поймет. Слушай, я не... Я... Ну, я не могу спать. Не могу думать. Думать не могу. Я не могу перестать думать о Дэви, понимаешь? И как он выглядел, и какое это было, что он говорит? Стоп, что? Что он сказал, Сол? Он посмотрел на меня. И сказал... Папочка, да будет свет. А я просто хотел... Хотел обнять его.
И тут меня начало тянуть прочь. И он снова сказал это, сказал: «Да будет свет, папочка!» И вот все, я здесь. И, честно говоря, я не знаю, что мне с этим делать. Сол, у тебя было научное объяснение, но его не хватило нам с тобой. Оно тебя не успокоило, и теперь у тебя есть 6 коробок с какими-то тряпками. Я еще 10 волшебных швабр купил. О, боже. Значит, вот в какое волшебство ты веришь. С них можно снимать насадки и стирать в стиральной машине. На одной насадке 9000 ворсинок. Я просто так бы я не купил. Ладно. Не хочешь поговорить с кем-нибудь еще? Ты уже обращался к доктору Паттель и телевизору? Да, я угадаю. Твой пастор? А почему нет? Не знаю, Кэти. Я больше ничего не знаю. Если бы я мог немного поспать... Я тебя обниму, и ты уснешь. Кэти, я ценю предложение, но я правда не в настроении. Сол, я тебя обниму, и все. А ты поспишь. Да? Давай. Кейт. Милая Кейт. Самая лучшая Кейт. Моя милая Кейт. Да. Привет, дорогой. Привет, Норм. Помнишь, как ты вчера вечером начал танцевать брейк-данс прямо на полу? Да, это было весело, я признаю, но это не лучший способ рекламировать книгу-то. Понимаешь, о чем я? Не очень. Об этом я и говорю, друг мой. Пора освежиться и снова войти в игру. Я назначил тебе интервью. Ну, небольшая встреча с Кейт Райерсон. Печатная версия, никаких камер. Она из нью-йоркского журнала Style. Она чудесная. А, да, да, дай мне подумать об этом. Подумать? Дорогой, тебе не нужно думать. За это ты мне и платишь. Я думаю за тебя, а ты пишешь. Здесь не о чем думать, понимаешь? Мы приедем через час. Прими душ и проснись. Соломон! Соломон, я знаю, что ты там, дорогой. Давай, просыпайся. Доброе утро. Швейцар пустил нас. Ну, конечно. Прошу, доктор Сол Хоркинс, мисс Кейт Райерсон из журнала Style. Рад познакомиться. Взаимно. Заходите. Вы хотите чего-нибудь? О, нет, спасибо. Коктейль или еще чего-нибудь. Сейчас идет утро, доктор. Да, конечно. Но я уверен, что где-то здесь есть вода. Простите за беспорядок. Понимаете, у меня тут вечеринка была. Горничная должна была прийти. Вечно опаздывает. Ничего страшного. Ну что, начнем? Конечно, почему бы нет? Вчера вечером. У меня была паническая атака. Это последствия сотрясения. Похоже, паническая атака случилась у вас, когда вы начали говорить о том, что пережили во время клинической смерти. Да, возможно. Я правда не помню. Вы увидели что-то на той стороне?
Если честно, я без понятия. Давайте я спрошу по-другому. Теперь, когда вы пережили то, что пережили, думаете, вы как-то изменились? Ваши взгляды, мысли о возможности жизни после смерти, ваши ценности? Нет. Нет? Да ладно, не может быть, что вы пережили такое, и теперь просто... А теперь просто вот что он делает, веселится! Да, да. Я просто пытаюсь разобраться. Ну, я пытаюсь, но вы понимаете... Нет, не понимаю, о чем вы? Я правда... Что-то я не знаю. Ну, знаете что? Я плохо себя чувствую. Просто плохо чувствую, так что давайте так. Передохнем 5 минут. Ты просто... Нет. Знаете что, интервью закончено. Стойте, что? Это приказ врача. Я должен избегать стрессов. А сейчас я начинаю очень переживать. Ясно? Простите. Знаете что? Все хорошо. Я просто потеряла целое утро и возможность взять интервью у Кита Ричардса. Потому что вы пообещали эксклюзив от великого Сола Хоркинса. Спасибо, Норм. Я это припомню. Кэт, я все исправлю. Правда. Давайте сходим вместе на обед. Ну, куда хочешь. Это... Этого не хватит. Так. Ты очень постарался, да, доктор? Знаешь, просто отстань, Норм. Ты не знаешь, что со мной творится. Я не знаю, что с тобой творится. Дорогой, ты не знаешь, что творится со мной. Как мне продавать книги великого автора, если его взгляды свелись к фразе? Я не знаю. Знаешь что? Они тоже ничего не знают. И не будут отдавать по тридцатке, чтобы понять, что ты тоже не знаешь. Забудь о жизни после смерти, очнись уже. Дорогой, ты все портишь. Простите, не знаете, где найти пастора Винни? Да, но его нет на месте. Ладно. А где же он тогда? Он красит забор. Должно быть, вы доктор Хоркинс. Я узнал вас по фото в газете. Да, ну, Кэти, много хорошего о вас говорила. Но вы не такой, как я ожидал. А ваша жена рассказала, кем я был до работы пастором? А это важно? Не знаю, вам лучше знать. Я был в мафии. Мафии? Да, что-то вроде того. Но до того, как стал пастором, я был кое-кем другим. Кем я был? Заключенным. Зэком. Из федеральной тюрьмы в Лампоке. Вы были в тюрьме? Я говорю тихо? Или у вас со слухом проблемы? Да, я сидел. Целых 10 лет. А 3 из них в одиночке. Мне дали плеер и книжечку почитать. Наверное, ни одной из моих. Это точно. Я прочел ее 10 раз. Даже пометки делал. Я пришел к Господу не в момент озарения. У меня не было видения, я не слышал голоса свыше. А вот ваша жена, у нее настоящий дар верить. А? А я не такой. Я так быстро на всякое не ведусь. Мне нужны настоящие доказательства. И знаете, что зацепило меня? Если честно, без понятия, но это один из самых интересных разговоров в моей жизни. Продолжайте. Пустая гробница. Куда делось тело?
А я ничего не понял. Послушай, тут все просто. Иисуса мучают, верно? Ну, наверное, можно сказать и так. Но теперь вы знаете, его тело пихают в гробницу. И очень хорошо запечатывают. А что дальше? Тело исчезает. Не надо так на меня смотреть. Тело исчезло. Если он воскрес, это чудо. И это не просто чудо, а невероятное чудо. Римлянам лучше найти его тело. Ведь если Иисус воскрес, то многие люди в него поверят. Они этого не хотели. И римляне, и итальянцы. Я кое-что о них знаю. Когда они чего-то хотели, обязательно получали. Они поджаривали людей, снимали с них кожу, подвешивали вниз головой. И никто не рассказал, где тело. Подумайте. Никто так и не признался. Они готовы были умереть, но не признались. Знаете почему? Ответьте, почему? Без понятия. Потому что Иисус воскрес. Тела не было. Ответьте на вопрос. Когда душа покинула тело, что вы видели? Сына. Как он выглядел? Прекрасно. Такой умиротворенный. Как вы себя чувствовали? Я чувствовал любовь, какую не испытывал раньше. Знаете почему? Потому что вы были в свете и любви нашего Господа и Спасителя. А теперь вы пришли со словами «Пастор Винни, Пастор Винни». Что значит «Да будет свет»? Ваша жена рассказала. Говорите, я не понимаю. Я покупаю супертряпки, которые мне не нужны. Покупаю швабры. Я просто обезумел. С ума схожу. Да-да-да-да-да. Ладно, ладно, что это значит? Иисус был светом в мире. Вы чувствовали Его любовь и свет, Его чистоту. Позвольте спросить кое-что. Что такое Рождество? Ну не молчите, я задал вопрос. Что такое Рождество? Ну это праздник. И вас называют великим. Я не знаю. Ладно, ладно, хорошо. День рождения Иисуса, Его день рождения. И оно выпало на самое темное время года. Это не случайность. Потому что Иисус принес в мир свет. Посмотрите, что происходит в мире. Темнота разрастается по всей земле. Разве не замечали? Людей мучают, как в средние века. Им отрубают головы. Сжигают заживо. Думаете, зло не имеет силы? Знаете, док, я видел зло, и оно ужасно. Посмотрите, во что одеты члены ИГИЛа. Их черная одежда, их флаги черные. Это культ смерти. И что они предлагают там? Ненависть, убийство, смерть. Иисус говорил, любовь наших врагов. Ответом тьме будет свет. Иисус проповедовал любовь, спасающую от ненависти. Свет хочет, чтобы вы, док, попробовали любовь. И что это значит? Он выбрал меня? Нет лучше выбора, чем самый известный атеист. Он показал вам свет, а теперь просит показать его всем остальным. А как Бог послал своего единственного сына на землю, посланием любви, Он послал вам вашего сына. Подумайте, док. Он послал вам Дэви, вот как Он любит вас. О, Боже! О, Боже мой, Боже, Боже. Док, Он ваш Бог. И Он протягивает вам руку. Вам осталось лишь взять ее. Спасибо. Да? Папа. Каково это так измениться, как изменился ты? Откуда знаешь, что это правда? Потому что это так. Откуда ты знаешь, что это любовь Господа, а не твое воображение? Вы ведь с мамой клялись в любви, но передумали. Переходишь сразу к делу, да? Пытаюсь быть реалистом. Она молится за тебя каждый день.
Всегда. Ты веришь, что Бог слышит? Конечно. Кейти, Коннор, подойдите сюда на минутку. Я должен извиниться. Сол, ты не должен. Нет, не должен. Долгое время я высмеивал вашу веру. Я не понимал ее. Я ведь даже не попытался ее понять. Я был слишком занят собой. Но ты всегда была рядом, Кейти. И я очень тебе благодарен. Я говорил, что видел вашего брата. И я могу сказать, что он в безопасности. Он в замечательном месте. Знаешь, пап, если подумать, Дэйви спас твою душу. А я никогда об этом не думал. Верно. Да, он спас мою душу. Он посмотрел на меня и сказал, да будет свет. Почему? Было темно? Нет, дурак. Иисус и есть свет. Это значит, что папа должен проповедовать свет Божий. Круто. Погоди, папа? И я наконец понял, что я увидел и почувствовал. Значит, ваши убеждения изменились? Да, конечно. И вот буквы, что спасли мою жизнь. Лесбиянки, транссексуалы. Нет, нет, нет. Да будет свет. Мой сын сказал это мне. И после этого я ощутил невероятную любовь впервые в жизни. Автор книги об атеизме. Был спасен любовью Иисуса Христа, верно? Зачем людям читать ваши книги? Да и не надо. Ух ты. Величайший в мире атеист только что пришел к Богу. Ну что ж, это будет сенсацией. Спасибо за ваше время. Да не за что. Ух ты. Был рад знакомству. Надо сказать, если бы я знал, что ты собираешься бросить карьеру, я бы это интервью не назначал. Согласен он, с любовью Иисуса Христа. Ничего более смешного не слышал. Надеюсь, твой дружок Иисус продаст твои книги. Я тоже не смогу. Как клиент, ты уволен. Я понимаю, Норм, но мы же останемся друзьями. Соломон, мы не дружили. У нас были деловые отношения. Я терпел тебя, потому что ты приносил мне много денег. А теперь ты просто фанатик, который испортил годы моей работы. Отношения с Богом сделали тебя совершенно неприемлемым. Лучше бы ты погиб в той аварии. Для меня ты мертв. А супертряпочку хочешь? Пьяницей, ты мне нравился больше. Я их 10 купил. Привет, Норм. Привет. А, привет, Кэти. А что с Нормом? Сегодня он молчаливый какой-то. Да, ему не понравилась моя новая вера. И он меня уволил. Мне жаль. Да, ладно, выпить хочешь? Ты же шутишь? Есть холодный чай с клубникой, с лимоном. Есть даже с маракуйей. Много холодного чая. Но он очень вкусный. Хочешь? Нет, спасибо, но ты не стесняйся. Сол, ты все ломал голову, пытался понять, что значит слова «да будет свет» и что с этим делать. Да. А что, если все просто? Просто включила фонарик? Нет, в самую темную ночь года люди выйдут на улицу и будут светить на небо. В темноту. Тогда... У нас будет море света, поднимающегося от земли. Да, мы можем сделать это синхронно.
И мы сообщим НАСА и попросим прислать фото со спутников. Будет селфи для Бога. Да будет свет! И социальные сети будут участвовать. У нас будут люди в чатах, они станут волонтерами. Будут отвечать на вопросы о Боге. Станут проповедниками. Хочешь проповедовать? Да. И без стыда. Мы должны проповедовать жизнь, как ИГИЛ проповедует смерть. Сол, нельзя защищать веру только на поле боя. Чтобы одолеть зло, нужна идеология добра. Да. Да будет свет. ДБС. ДБС. И сделаем, чтобы когда ты вводишь ДБС в приложение, ты переводил пожертвования в банк. Значит, будешь питать людей не только духовно? Да. Мне нравится. И мне. Кстати, о питании. Не хочешь поужинать на следующей неделе? Мальчикам понравится, особенно в Чик-филе. Я не говорил про мальчиков. Я говорил про нас с тобой. Что, свидание? Нет, не свидание. Просто ужин. Ну, если так... Мы же пойдем в хорошее место. Да. Тогда ладно. Да-да, ладно. Если честно, я думаю, это очередное шоу Сола Хоркинса. Потому что ни за что не поверю, что Сол Хоркинс, главный атеист в мире, вдруг ни с того ни с сего прозрел. Я христианин и должен прощать. Но чтобы я передумал, потребуется больше приложения. Ух ты, похоже, христиане очень недовольны. А вот всем остальным все равно. Да, но я все понимаю. Нужно пытаться. Ведь главное — это посыл, да? Да. Все только начинается. Да. Спасибо за отличный день, Трейси. На сегодня все готово? Все под контролем. Но мне нужен отчет. Ясно? Да, ты его получишь. Я тебя провожу. Хорошо. Знаешь, когда Норм тебя бросил, я подумал о себе. Я росла в верующей семье, но, знаешь, так до конца и не поверила. Не приняла веру. А ты снова привел меня к вере. И я тебе благодарна. У нас все получится. Знаю. А, вот. Что это? Супер-тряпочка. Твою душу не спасет, но впитывает в 200 раз больше своего веса. С тобой что-то не так. Пока. Пока. Здравствуй, отец. Здравствуй, отец. Не слишком ли официально? Она спустится через минуту. Хорошо. Ты понимаешь, что все строго. Она должна вернуться до 10. А, да, я понял. Без опозданий. К 10, да. Ты меня понял? Конечно. Хорошо. Хорошо. Могу я войти? Это свидание очень важно для мамы. И для меня тоже. Ты должен знать, что я не одобряю его. Ты красиво говоришь, все делаешь правильно, но леопард не перестает быть хищником. Я понял. Так вот, пап, ты меня понял, веди себя хорошо. Ладно. Привет. Ух ты, мама. Ого. Спасибо. Что вы здесь делаете? Да, просто болтаем, как папа с сыном. О бейсболе. И бейсболе. Всяком таком. Да. Ладно. Ужин готов. Спасибо. И увидимся позже. Хорошо. И еще увидимся. Папа. Да. Ровно в 10.
Куда мы идем, Сол? Ты обещал ресторан. Нет, я сказал ужин. Да, в ресторане. Это ресторан. Это маленький и особенный ресторан. Он только открылся. О, боже мой. Это прекрасно. Идем? Спасибо. Спасибо. Это чудесно. Ты чудесная. За тебя. За нас. И под этим я понимаю, что мы вместе работаем над проектом. Вот поэтому я не имела в виду других нас. Да, это мы. Думаю, когда людей двое, подходят две фразы. Одна Боба Дилана, вторая Леонардо Коэна. Мы не совсем партнеры, но мы движемся к этому, да? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Существуют две самые важные фразы, которые мужчина может сказать женщине. Я не уверен, но первое это... Я буду рядом, несмотря ни на что. А вторая... Это «Аллилуйя». Слава Богу. Кэти, окажешь ли ты мне невероятную и незаслуженную честь и станешь моей женой? Снова. I know I'm ready. Ready for the rest of my life. I wanna sing out loud, hallelujah, praise God. Nothing compares. Да. You're the greatest love. И hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your love's the answer and that's why I sing. Hallelujah. Эй, иди сюда. Что? Не уходи пока. Почему? Ну там ведь дети. Засаду нам устроили. Я хочу еще чуть-чуть побыть с тобой. Эй, уже 10:30. Думал, мы договорились. Ну, думаю, скоро у нас будет новый договор. Твой брат спит? Думаю, ты меняешь тему. Правильно говорят, нельзя детей баловать. Гас, милый, если твой брат спит, разбуди его, пожалуйста. Нам нужно с вами поговорить. Я готов их воспитать. Хорошее начало. Надеюсь, не зря встал. Да, и я тоже. Может показаться, что мы делаем шаг назад, но с тех пор, как мы с мамой развелись, вы были мужчинами в семье. Но то, что я сейчас скажу, повлияет не только на нас с мамой, но и на вас тоже. Ты уменьшишь алименты? Нет, я попросил руки вашей матери. Я хочу снова стать ее мужем. Слушайте, мы взрослые, и нам не нужно разрешение. Я просто хочу получить ваше благословение. Я хочу, чтобы мы снова были семьей. Это поспешное решение, не думаешь? Она сказала «да»?
Эй, вы двое правда с огнем играетесь? Погоди, значит, ты будешь жить тут? Ну, после того, как мы поженимся. Да, круто! Ура! Газ? Ну, конечно. Я просто тебя проверял. Трое моих любимых мужчин. Значит, вы рады? Думаю, нам нужно больше денег. А я думаю, что... Мама? Думаю, что нужно... Кэти! Мама? Кейт! Кейт! Мама! Мама! Папа, что такое с мамой? Газ, звони 911! Папа, что случилось с мамой? Кэти! Вот они, что случилось? Пап, мама будет в порядке? Конечно. Это было из Дэйви, папа. У него был такой же приступ. Что? Газ. Что? Вы с братом помолитесь за маму. Я позвоню из больницы. Папа, Господь этого не допустит, да? Я не знаю. Поэтому и нужны ваши молитвы. Просто... Просто идите в дом. Хорошо, пап. Готово? Хорошо? Я здесь, Кэти. Моя очередь заботиться о тебе. Я доктор Кори. Рад встрече, доктор. Привет. Как у вас дела, Кэти? На самом деле, не знаю, вы мне скажите. Я посмотрел результаты вашего МРТ и сканов. И получил детализированную картину происходящего. Доктор, а какая у вас специальность? Я онколог. О, черт. Это я. Я передала болезнь ему, доктор. Я заразила сына раком. Нет, вы не заразили раком сына, мэм. Судя по результатам анализов, у вас синдром Ли-Фрау-Мини. Этот синдром вызвал приступ? Нет. Люди с таким синдромом склонны болеть раком, включая опухоли мозга, которые, я боюсь, и обнаружены у вас. Четвертая стадия рака. Четвертое. Ладно. Какие у меня шансы, доктор? И не нужно приукрашивать, я большая девочка, у меня много дел, и я должна знать. Прогнозы плохие. Опухоль очень опасная. И очень разрослась. Она уже срослась с тканями мозга настолько сильно, что операцию делать я не рекомендую. Есть экспериментальное лечение, включая химиотерапию. Думаю, о выздоровлении речи вообще не идет. Речь о том, чтобы выиграть побольше времени. Ясно. Ладно, а что это за экспериментальная программа такая? Кто-то должен был выжить? 5%. Может, меньше. Ладно. Значит, она войдет в эти 5%. Вот и все. Это самая сильная женщина, что я видел, доктор. С ней чудеса возможны. Если не считать, что я в больнице и у меня был приступ, все хорошо. Я хочу знать, как долго еще со мной все будет хорошо. Хотел бы я знать ответ на ваш вопрос, миссис Хоркинс. Но я не знаю. Но у нас есть препараты, которые помогут вам, когда начнется боль.
Я не об этом сейчас переживаю. Я собираюсь планировать свадьбу, а не похороны. Сейчас я должна позаботиться о трех вещах. О подготовке к вечности. Об успехе, да будет свет. И важнее всего, о тебе и моих мальчиках. Большое спасибо, доктор. Простите за плохие новости. Когда я услышала, что главный атеист в мире пришел к Богу и снова берет в жены свою христианку-жену, я поняла, что должна спеть на их свадьбе. Я вам расскажу секрет, что-то очевидное и правдивое. К любви прийти не заставишь. Ее нужно почувствовать. Когда ты не знаешь ответ на вопрос, подними взгляд и скажи: «Да будет свет». Пусть твоя любовь сияет, да будет свет. Пусть твоя любовь сияет, если твоя вера сильна. Твои волнения уйдут, рассеются. Пастор Винни, слово вам. Мы собрались здесь сегодня, чтобы снова соединить узами брака Кэти и Сола. Кольца здесь? Да. У этих колец, как и у любви Господней, нет начала и, конечно же, нет конца. Сол, оденьте кольцо на палец Кэти и... повторяйте за мной. Я, Сол, беру в жены Кэти. Я, Сол, беру в жены Кэти. И клянусь любить в горе и в радости. И клянусь любить в горе и в радости. В богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Пока смерть не разлучит нас. Эй, последнюю часть можете убрать. Я там был уже, видел. Смерть ничего не решает. Но мой ответ — да. У меня такой же ответ — да. Тогда перейдем к хорошей части. Властью, данной мне на небесах и на земле, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Лучшая часть. Простите, я выключу. Не могу выключить, простите. Надо ответить. Да, алло. Это Трейси. Ага. Ты шутишь? Да, конечно. Да, только что поженились. Отлично выглядите, кстати. Такие крутые. Да, они приедут. Да, большое спасибо. Так, простите. Меняем планы на медовый месяц. Завтра вы будете на шоу Шона Хеннети. Ты шутишь? 14 миллионов слушателей. 3 миллиона зрителей. Это и радио, и телевидение. Представьте раскрутку приложения. Такую рекламу не купишь. Это отличный подарок. Не за что. Спасибо. Спасибо.
Итак, мой первый вопрос. Готовы ли вы к объему негатива, который вас ждет? Думаю, мы справимся. Надеюсь на это. Вы ведь хотите проповедовать? Да. Хотим донести это до всех. Вы правда хотите сделать всех детей христианами? А как же разнообразие? Какое право вы имеете навязывать свою религию другим людям? А какое право ИГИЛ имеет отрезать людям головы? Тут согласен. Мы хотим накормить голодающих. Хотим развеять тьму светом. Отчаяние надеждой и ненависть любовью. И сделать это можно только с помощью Иисуса Христа. Мы хотим дать всем возможность поговорить с кем-то о любви Иисуса Христа. А решать они могут сами. Но в отличие от ИГИЛа, мы никому не угрожаем. Тогда спрошу, у вас есть пиар-менеджер? Кто будет показывать на Рождество, как ваш свет загорится и распространится по всему земному шару? Кто-то занимается этим? Ну, пока что никто не занимается. Совсем нет. Это изменится прямо сейчас. Я могу заняться этим. Наш канал во всех странах. На Рождество мы можем сделать трехчасовую программу и показать, как ваш свет загорается по всему миру в разных часовых поясах. Можем показать каждую страну, каждый уголок мира и донести это до всех. Это замечательно. Спасибо. Да не за что. Отличный подарок на свадьбу. Ладно. Доброй ночи, мальчики. Доброй ночи. Мама. Да, милый. Тебе станет лучше. Думаю, я и так хорошо себя чувствую. Ты знаешь, о чем я. Мы молимся, мам. Я знаю, дорогой. И не скажу, что не чувствовала молитв. Я чувствовала, они дают мне силу. Значит, Бог ответит на наши молитвы? Бог всегда отвечает на молитвы. Иногда мы просто не понимаем ответы. Это не имеет смысла. Сколько раз Иисус молился в Гефсиманском саду? 3 раза. И о чем он молился? Чтобы Бог помог ему. Молился, чтобы не умирать. Он молился, чтобы воля Господа исполнилась. Это Бог хотел, чтобы жизнь Иисуса и то, что мы зовем смертью, принесли спасение людям. Бог ответил на молитвы Иисуса? Наверное, да.
Что видел твой папа, когда чуть не умер, Коннор? Он видел Дэйви. Да. И каким выглядел Дэйви? Счастливым, умиротворенным. Да, верно. Значит, бояться нам нечего, да? Рай меня не волнует, я не хочу, чтобы ты умерла, мама. Милый, я не верю, что существует смерть. Когда я в другой комнате, и ты меня не видишь, я мертва? Или я просто в другом месте? Ты просто в другой комнате. Да, в другой комнате. Все еще люблю вас. Присматриваю за вами. Пора ложиться спать. Я буду в другой комнате. Спокойной ночи, мальчики. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Три, два... Вы смотрите прямой эфир нашего специального выпуска шоу «Хеннити», где по всему миру переписывается история. Уверен, сейчас уже все слышали о невероятной истории Сола и Кэти Хоркинс и их проекте «Да будет свет». Сегодня в 3 часа утра с острова Рождества свет, видимый даже из космоса, начал двигаться по всему миру. От Новой Зеландии к России, Австралии, Японии и, что удивительно, Северной Корее. Как об этом узнали в Северной Корее? И сегодня в прямом эфире с нами Сол и Кэти Хоркинс и Салли Дорван, глава Newcom High-Tech. Они создали приложение, благодаря которому этот проект удался. Салли, вы не просто создали приложение. У вас тоже удивительная история. Поведайте о ней. Верно, Шон. Я думаю, что Сол и Кэти не случайно оказались в нашей компании. Я верю, что они были посланы мне. Расскажите мне об этом. Почему так? Понимаешь, Шон, я родилась в Пакистане. Когда мне было 14, отец отдал меня в жены жестокому мужчине. Он меня избивал. И когда я попросила отца о защите, он бил меня за непослушание мужу. И когда я сказала, что уйду от него, меня пообещали убить. Убита ради чести. Я приехала в Америку, и меня по-настоящему спасла любовь Иисуса. Я не знаю лучшего способа почитать Господа на небесах. И я не знаю, какое Рождество может быть лучше того, что мы празднуем здесь сегодня. Вместе с Солом, Кэти, их детьми, соседями и всеми, кто пришел сегодня. Сол. Что такое, милая? Я очень тебя люблю. Все хорошо? Прости, если злилась или грубо говорила с тобой. Тихо, тихо. Никакие твои дела не сравнятся с моими грехами. Ты любовь всей моей жизни. С Рождеством, дорогой. С Рождеством, моя милая Кейт. Время почти пришло. Здравствуйте, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и даже Флорида. Дамы и господа, вы смотрели современное рождественское чудо. Свет загорелся по всему миру. От острова Рождества, и теперь он по всему земному шару. Не сотни огоньков, а целые миллионы осветили тьму по всему миру. В оккупированных зонах Ирана, на Среднем Востоке, даже в Китае, Северной Корее. Огни света и веры разносят послание надежды для всех нас. А теперь мы покажем вам изображение этого чудесного события, которое началось с клинической смерти и духовного перерождения. Я Шон Хэнди. 10, хочу пожелать вам 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И да будет свет! Тихая ночь. Дивная ночь. Дремлет все, лишь не спит в благоговенье святая чета. Получилось, милая Кейт, это случилось. Это прекрасно. Heavenly peace.
так прекрасно. Кэти. Кэти! Моя милая Кэти. Да будет свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Отправьте СМС любимому человеку. Решетка, да будет свет. Let there be light for the ones who lost their way.